Оцениваешь свое выступление сегодня? На мой взгляд, я выступила хорошо, но получила маленькую оценку, потому что не тянула стопы. Проблемы с стопами. Никак не можешь исправить? Да, надо трудиться. Хорошо, а как ты готовилась к этим соревнованиям? Я очень усердно работала, ходила по 2 тренировки в день. Отрабатывала 2 вида, но, к сожалению, выступали мы только один. А какой еще вид ты отрабатывала? Я отрабатывала еще скакалку. А почему выбрала другое? Ну, во-первых, мой обруч, он дороже, и он мне получше получается. Увереннее, да, себя чувствуешь? Понятно. А что сказал тебе тренер после твоего выступления? Она сказала, что я большая молодец, но колени, стоп, надо будет над ними поработать. Понятно. Ты устаешь на тренировках? Вот как ты борешься с усталостью? Есть ли какой-то секрет у тебя? Да нет. Я уже привыкла просто. Понятно. А кем ты хочешь стать? Конечно же, тренером художественной гимнастики.